читать. Я всегда советую «Атланта», он крайне важен. Советским и подсоветским людям. Не знаю, Анна Каренина. Русскую классику, вот эту тяжелую, ее нужно читать. И Толстого, и Достоевского, и Чехова. Современную бизнес какую-то литературу нужно, и то. Когда я был маленький, перед практически местом, где я спал, был Теодор Драйзер, финансист. Она как раз такая мотивирующая.